В округе впервые с весны прошла торжественная церемония вручения первых паспортов гражданам России. Самое первое удостоверение личности 14-летние люберчане получали в музейно-выставочном комплексе. Сегодня вы получаете основной свой документ, без которого дальше по жизни идти невозможно. Нельзя будет поступить в институт, нельзя будет оформить загранпаспорт, нельзя будет получить какие-то социальные льготы, пособия и все остальное. Поэтому еще раз, ребята, с праздником вас, всего самого доброго, новых побед и удачи. В праздничной обстановке паспорта получили 8 юных жителей округа. Еще на этапе подачи документов они воспользовались своим правом и заявили о желании участвовать в торжественной церемонии вручения первого паспорта.